Ребята, сейчас прибежит много бомжей. Да уж все тут. Ну мы-то да, другие бомжи из соседней деревни. Артемия напуливает. Я надеюсь, Деворуса. У меня нет формы красивого ангела. Есть форма красивого демона. Да, прошу моя, она тебе пригодится. Там вроде броня и хп повышается, да? Не знаю, у меня нет этого спека, я не шарю. Я тебе про хп вроде не загнул, там только сопротивление. Это ничего, по-моему, Стас Альтри или что ли? Весь да. Коридор. Весь коридор. Ой, где воронки, а? А вон видишь, сзади сидит АПК человек. У вас вот надо все у него сумки все. Чего пытается танчить ДК? Мне воронка на голову нужна. Куда тебе? На мета-сокет. В смысле, у тебя же есть? Он неправильный. В смысле неправильный? Ну-ка, дай посмотреть. Где ты там? А Кир был пьяный, фокус не удался. Крит плюс крит? Говорят, из 6 брюликов правильно. А тебе ловкость плюс крит сильно больше даст? Ну, 30 агилы против 30 крита, да? Из-за этого тратит сколько он там стоит? 1012? 15? Так он когда за счет гений? Ага. Кирс, полированный и неполированный тоже там 6 статов всего лишь. Камыши. Ну, блин, тут один камень, а там сколько там, 20 с чем-то. Разница-то есть? Чё, пианист? Этого босса будут заметны. Лок 6-й пати за штанами. И у него есть доступ, это точно, он вас вчера брал. Да я не про это, я говорю про то, что те, кто там по ДПСу, последние позиции будут иметь. На сложных боссов. Мне чтоб сказать первый. Ребята, кто в каде спец? Как настроить, чтобы каждый файт с этим трэшем отдельно не сохранялся? То есть у меня был босс кипнет. А чей рекаунт? Там есть галочка сохранять бои только с боссом. Да. Есть? Так что не конфигурация. Сохранять бои, чё? Так что не слушай технобас. Настройка скады есть галочка сохранять бои только с боссом. Кстати, как... о нубасах. Миша, о, на стол, спасибо, парада, дай бог. В основных настройках, по-моему. Минуты есть. Учти только, что давайте. Бои с категориями не будет туда учитывать. Миша. Керс, ты в хила? Угу. Миша. Скинь, как нас строить этого милого. Смышать. У Карины в ВК есть ссылка. Спасибо. Мозер, заходишь вместо пристана, вместо хантана этого босса. Месть русского моего. В танка спекайся. Минуты есть, говорю? Да, есть. Мозер, в группу не обязательно это писать.
Ника, ты на ком? Что? Ты ком? А что, меня в рейд закинули? Не. Скинь, короче, ссылку. Все, рейд поменял, посмотрите, кто в первых пяти группах, все здесь. Дайте каску, попало. Да. Нету в первых пяти группах на замену на этого босса. А через обходы брать нельзя? Нужно чуть. Я тоже не могу. Не знаю, ничего. Остаток для сегодняшнего дня нету. Написано только вклад вообще. Сейчас гляну. Так вот, что написано, то есть беда. Все стоит. Одна штучка, да. Ничего не понимаю тогда. Что там, сумма? Нет? Да, да, Смонти, Мазер. Кстати, Монрот может быть? 22 часа. Стал день ночью выявляется. Полина на Нурглете, Керс на это, на Кислом, все остальные силы по рейду. На Шиване. Пианист, дай каски по паладину. Сейчас дам. Все здесь. Лапку дайте, пристабаф, там все. Масбаф прожмите. Инеров маловато так. Блин, Илья, льда, ты огня, да? Все, все здесь, все готовы. Раньше между собой набрала РТД зона. Бля. Сейчас скажу. Сначала череп заливаем, полбурсты, потом звездочку. Все, по готовности этот, поехали. Кого не будет запрот, это 500, однозначно. Яру.
И нырдайте. Тотемы ставьте сами. Звездочки все играем. Этот кислого подхильте, у меня копье прилетело. Дайте ману. Даю гимна ману. Кисло, давай заберу пока, иди отойди. И чё? Гимна раздать. Кому? Кирс. Сила. Там, всё уже нормально. Чего вы в уши докашно не стоите? Стою. Кирс не стою. Ой, господи, боже. Это ж монорейки, я расслышу. Миллик, я сразу не под... Подожди. Побольше ура. Каст будет сейчас. Каст.
И на ману еще один отдайте. Кирс, ты понял, да? Потому что там не то, ты понял, да, чем я хочу сказать? А, ну понятно все как. Так ты как Гевка, только Кирс. Только не на того перса, да? Кто что-то ролит этих станций? На успек он, наверное, нужен. А если никому не нужен, то у меня есть покупатель за 80 тысяч, который его хочет. Мне просто прилетела эта фигня. Мир на копье. И хватит. Я думаю просто, мне тут говорили, что надо секстант брать, но мне, честно говоря, не очень нравится эта идея. Ну, а на мейн-спек магу есть, надо, но у него есть же, блядь, такой, а не у него детектор. Я про Элему говорю. А так? 3, а 4 на офф-спек. Кто-то же спрашивает. Причем роллы одинаковые, 67, 67, 65, 65, ну, блядь. Ну, попроси регольнуть. Саша, ты неплох. А? А, это, я думаю, это от Хилскин 400 тысяч. Блин, я немножко про другое имел. Уважение стакается на них. Меня просто прилетело это копье хантовское, которое ману высасывает. У меня сразу минус 25 тысяч маны как не было. У меня на кислом почти 2 ляма отхилено. Где-то там вообще не пробывало, да? Я смотрю. Чё, клинически? Нет, да я просто по количеству отхила смотрю. Сколько хилить приходилось кого? Может, не слокал бы я со щитами, было бы проще. Могу еще оффхенд нужен будет с этого, с гидра. А кто в итоге фикстан забрал? Хрен его знает. На успех, походу. Как же вовремя все эти панелики посреди экрана. Могу после этого рейсинга демонарут? Недостоин. Просто не знаю, мне абсолютно каждый говорит, бери секстант на Элема. Мне, как бы, Чехагер мне нравится вполне. А ты что-то скажешь? Чеху и че еще? И Чеху и Сапфир. Вместо Сапфира поносить, ну... Игорь тоже интересно, это кто Септан забрал?
Я вот не видел, кому передался. Ну, парол выиграла Полина. Вот не было бы у меня чешки, я бы его взял. У меня есть чешка. Типа те, кто брали на майнспек, у них нету 7 тысяч. Тут только один маг на майнспеке, который сейчас первый раз на. Спеллмастер. Ну да. Анский у него, да? Нет. У него 2300. Но там тоже не хватит ему. Как ты сказала, Анскил? Анскил. Хорош, да? Понятия не имею насчет Павловского. Не знаю, всех трех спеков мне он только на НХ идет. Я поэтому не роль. Да хорошо, Саша, хорошо. Ребят, просто только говорили. Не сагрите. Полин, дай я на этом, на Марагриме потащу. Там отдам. Я все равно ее брать не буду, но потащить хочу. Что вы взяли, что ли? Ну, не знаю. Я не видел, кому ушла даже. А я знаю, кому. Лёша себе находит на этого, на реплика, да? На протопал. А, ну если апнутый Т5 будет равносилен офсету, почему нет? Заморожено. Че вы там на комбо сидите? Здравствуй, Бобо. А у нас ступ. Лёх, серьезно, ты его на полипалу забрал? Посмотрю на боссе, подумаю. Скидай, у нас что хорошее зрение на холипалу, чего? Чем она? Хаста крит. Ну, они тебе постоянно висят, в отличие от атакующих. Сколько у холипалов стилов атакующих? Джага, Лужа, че еще есть? Экзорцизм. Не, ну в теории... юзать-то можно. Типа настакал и просто обновляешь эффект, не? Но она 10 секунд висит, не очень много. Там постоянно придется ее стакать. Ну, поддерживать. Ну да, учитывая шаман. Или, ну, такое, конечно. Не, ну, кстати, знаешь, вот, ну, на хила, может быть, и не так плохо. Ну, типа, огненный жов, он же постоянно дамажит, или там только на точечный. В смысле, не это. Не а я не знаю. Сложно ой, сказать. Я так скажу, на хила есть премии получше, чем, блядь, вращаться, тратить там. Не, ну тут я согласен. Если в рейде есть какой-то перспективный ДД, или типа на офтек там на ДД кому-то хорошему, лучше бы ему отдали, я бы так. Чем так некому. В смысле некому? У нас Дрючок. Или он кто? Он а на фаер идет от этого? Не кричи. Нет, ты сказал, Кирс, что ты на оф ролишь. Так он идет на ДД. Ты чё, килл по мейну? Так в смысле? Я не ролил даже. Там вообще... А это, я вас перебил. А доктор это... умер на первом бойсе, и чё? Я не посмотрел 9к ДПС. Чё? Доктор Хан, который... он умирал у вас на бойсе.
Нет, не умирал. Он просто без капы РПБ и половина сокетов ЛК. Я посмотрел, он вообще в ПВП шмоте. Кто-кто? Типа, это покупатель тушит? Не, Бехтор. Бергот. Да не, шмот у него ПВЕшный. А в гильдии есть человек без БК-сокетов? Это ГП. Чё, блин? Чё-то я, короче, посмотрел, там у неё ДПС 9К, каким образом 9К будет. Ну, объект нормальный. Он типа не сказать, что сильно хороший. Мне просто не нравится, что у него вот это вот тиканье на СПД. На стоячих боссах он хороший, на перебежках, ну, так. Иди жри, вон на полу валяется. Кардвейн в рейде остается или что? Нет, я же его убирала. Ему вот на Гидроса ухань нужен. А кто кричал, бросьте мясо на пол, я пожру. Речь у Хантаса. Пикал кислорода в голове голос. Это не сегодня было. Я запомнил, Дайда. А, в другой раз. Блин, сейчас я тебе в личку напишу. Сейчас пока Мара Грим. Какой ты кисленький злопамятный вообще. Я не злопамятный, просто хорошая память. И злочки. Монород в танк. Короче, Лёх, я тебе предлагаю вообще кикнуть с гильдии. А кому штаны ушли? У него две профессии только прокачанные. Здрасте. Надо ца. Второй кусок, да? Проверку даю. Лёш, там тебя Фрейзи просит личку прочитать. Там её установи 3 минуты. Скачать аддон из нета и установи. Чё с Хантом? Мозер. Он на острове. Мозер. Съебни. Этот. Кыш отсюда, Мозер, кыш. Кто-то в Казахстан. А, Мозер тут. Мозер тут, но. А я, блядь, чё стою, его сумму не думаю. Чё он, блядь, сумму не принимает? Хорош. Три раза сумки на моему. Красиво. Кирс, крикни, зайдешь в дис, там внизу буду, если нужен будет. Окей. Народ, я все, конечно, все вопросы после рейда. Напишите в ПМ. Человек 15 хуярит в ПМ, я даже отвечать не могу. Там одно я написал. Не один ты мне пишешь. Да, Лага, да, Редвард. Хуище. Я даже не успеваю, у меня чат, блядь, прокручивается быстрее, чем я успеваю читать то, что мне в ПМ пишут. Все готово, за колонны стали. На колонну встань.
Ручку дай. Да поглотит вас пучина вод. Вот босс, подойдите, чего тут стоит? Ближе к боссу подойдите и станьте. Чистишь тем, кто без сапфотов был. Опять все равно забыл. Да, по 500. На этом бойсе тоже надо забрать. На этом Бошки. Нет. Я про прошлого. Сапфотов нет. В любом случае. Ебать, 52 косаря брони. Перекап. Я знаю. Это под тройникой? Это под парой тройник. Нормально. Ты чё, сколько? Повертался, но только не говорите такое. У него инфаркт будет. Вы вообще не в курсе, что бывает перекап брони. Он считает, что брони много чё? Не бывает. Ну тогда уже где-то разочарование. Чё-то долго бьём. Иногда кажется, на боссе вообще нельзя бурсты нажимать. Сразу водопад отправил. Ведь я за то, что ты геру даешь. Да в смысле? Зачем бежал? Сейчас. Я пока не знаю, что я могу сделать.
Торус, почему я должен лишний раз нажимать ЛП? Шо у тебя с Ахаром? Грёбаные Локи. Да-да-да-да. Напуливают, наверное, Артемию. Ладно, у меня один вопрос. Зачем? Не знаю, может, я тебе не нравлюсь. Я понимаю, если бы Роги Детриксы давали. Но она бы не стала. Она просто не напуливает. Целый на КД. Серьезно, что это за хант? Я тебе говорю, твой билд с дурочкой говно. Я знаю, но с ним щит больше, а агро меньше. А третий билд я все же под танка еще не решил садилась. Ну, с таким депом скоро может быть. Нахера вы там бьете или огненным ливнем ДПС накручиваете босса, добейте, а? Локи! Я его мобов не подвожу, чтобы вы босса добили, блядь, они хотят нихуя. Мне кажется, это дело. Ну чё, блядь, как долго? Все нормально, все нормально. Спокойно. Артемий, а ты трэш напуливаешь или ты бьешь, ну, туннелишь босса? Зачем мне трэш напуливать? Ну, я просто интересуюсь, ты скажи, напуливаешь или нет? Нет. Таким голосом, как будто это. Как будто нет. Артемий, ты трэш напуливаешь? Нет. А ты думаешь, я напуливаю на тебя? Нет. А чё ты по трэшу-то линканул? Ты линкани по боссу? Не-не-не, главных кливеров линканул. Вот тебе по боссу. Мы должны знать своих героев. Ой! Карина, ай-яй-яй. Ну, в хрент я могу только на мейн спека дать. Этот, как оф спек это. А кто там могу еще? Жезл, что ли? Мах, да. Жезл с меткостью на оффспик? А может, он не так же наплена? Шестая группа, друид за кольцом. Тогда на раз. Ну, ты пять разве что. Там по шмоту смотреть. Так вроде с меткостью обычно проблем нет. Труба скользкая. Ну еще. Yeah. Монород фас. Че это монород? Если у меня когда-нибудь будет ручной медведь, я буду ему так же. Мой народ, у тебя новый пэт? Или мы позовем Лену, и она его трахнет. Мне. Ну как бы он псевдо нужен на тринкет, но там желающих на них. Выше крыши. Значит, ну. Значит, на народ не уходит. Так, ладно.
Короче, смотри, танчишь босса, трэш. А танчишь, тебе тринкету. Погоди, конкретно босса? И босса. А если не братан, а ты что, ГП получишь? Живодеры. Это мастерство агроноборов зависит. Там народ тоже танчил. Какая разница? Я не знаю, зачем он танчит Т4, когда у него есть Т5? На кота. И чё? Блин, иди, я сейчас тут скажу. Уходите. Парихаст есть только на драконах. Нам нужен Завакин. Ой, ну кто? Войд. Он забрал 6 раз. Что Войд? Кому босс не нужен? Нет. Мини. Ну драконы, Халион, Синдракоса, на них Варихаст есть. На мобах или металлях нет. На Личе даже его нет. Загугли Парихаст механик. Тотемы. Бля, ты нахуй. Хуёвый. Рассредочись. Да нит как бы, но я ее не заберу, так что может даже не спрашивать. У меня ПР там самый низкий. Да мы на вот все нормально будет с саппортом. Типа, я тоже танчила до Т5. Меня не убивало сразу. Дубовая да. Не-не-не, Манор, там тебя убили бобы, потому что тебя не хитили. Мой байер вызвал, выказал желание немножко поутешить, если надо. Это тот, что кот? Это Кен Ардон, который. Мишка. Так, Лёх, я на пару минут переключусь в другой диск, но я тут в игре, в чате. Идти можно? Ну-а. Понятно. Там два тела. С дебафом. Теперь одно. Выживает тот, кто с зеленкой. Выживает тот, кто стоит в стороне.